В обсуждении прогрессивной шкалы индивидуального подоходного налога будет участвовать общественность. Ставки и пороги по обязательным платежам еще не определены. Как заявил вице-министр нацэкономики Мади Такиев, сейчас в ведомстве создается рабочая группа по проработке данного вопроса. В нее войдут депутаты, представители нацпалаты Атамекен, отраслевых министерств и общественные деятели. На сегодня индивидуальный подоходный налог он является одним из важнейших видов налогов, особенно в местном бюджете. Он составляет там 34%, в государственном бюджете индивидуальный подоходный налог составляет порядка 9%. И ранее в Казахстане до 2007 года у нас применялась прогрессивная шкала налогообложения. С 2007 года у нас плоская шкала. Хотел сказать, что плоскую шкалу применяют у нас сегодня 29 стран в мире.